Ну вот сейчас только один раз проехал. Все это так сейчас в грязи. Какие-то непонятные куски. Почему вот грязь нельзя было вот эту убрать? То есть люди не могут пройти. Тут ямы. Это был полный все асфальт. Полностью асфальт. Вот. Так плохо видно. Все это трактором кое-как заровняли. То есть никакого тротуара теперь нету. Ничего нету. Как ходить? Что делать? Вот машина тут же несется. Прямо сбивает. Потому что дорога узкая. Идти негде. То есть на людей просто наплевали и вывели их в этот, на проезжую часть. Как вот так относятся к нам все строители? Просто вот взяли и все. Как людям тут ходить, я не понимаю. Что вот это такое? Что сотворили? Вот это все было смарт. Это все было смарт. Здесь все ямы расковыряли, здесь гранатами сделали. Это теперь тут будет вечно. Я еще как-то так. Представьте, к вам во двор приехали, все разломали и на этом все бросили.